Всем привет! Захотелось чего-то совсем маленького на цифре. В итоге получился у меня дрончик под 2,5-дюймовые пропеллеры с Корабей. Собрать что-то еще более компактное пока что не получается, ввиду определенных причин, в частности из-за видеопередатчика. Не захотел я делать из него Nake, вот, разбирать, снимать эти металлические прокладки, которые одновременно играют роль охлаждения. Поэтому получился вот такой квадрокоптер. Достаточно маленький, достаточно тихий. Вес квадрокоптера относительно небольшой. Грамм. По сравнению с предыдущим моим квадрокоптером рептилий под 3-дюймовые пропеллеры, разница очевидна. То есть этот квадрик намного меньше. Вот. Чего я здесь такого интересного наворотил? Чтобы уменьшить размеры квадрокоптера и как-то совместить несовместимое, если можно так сказать, передатчик закрепил на верхней пластине. Здесь крепеж 25 на 25 миллиметров. Вот. А полетный контроллер все в одном крепится к нижней пластине. Вот. Предусматривается крепеж 16 на 16 миллиметров, вот как у меня в данном случае, так и 20 на 20 миллиметров. В моей версии этих отверстий нет, но в финальной версии квадрокоптера также будут отверстия под 20 на 20 миллиметров полетные контроллеры. Постарался максимально защитить всю электронику от всевозможного мусора, грязи и так далее. Вот, покажу, как все выглядит внутри. Так. Вот так вот выглядит квадрокоптер внутри. Ну, все достаточно просто. Плата все в одном. И полетный контроллер, и регули. Вот, мозг квадрокоптера. На верхней части, как уже говорил, закрепил передатчик. И здесь же камера. Провод тоже вот так компактненько сюда сматывается. Вот, в задней части квадрокоптера бузер и приемник. Приемники подходят размерами 11 на 16, 17 миллиметров. Вот в моем случае я использовал Forsky 11 на 16 миллиметров. Ну, возможно, также чуть-чуть более длинные версии приемников сюда разместить, но не более того. Вот так вот.
предусмотрел два варианта крепежа батареи. Вот такие вот элементы, 3D элементы. Вот, значит, в первом случае аккумулятор прижимается к нижней пластине квадрокоптера. То есть это, ну, то есть он работает наподобие обычного страпа. Вот, обычной липучки. То есть вот так одеваем, просовываем аккумулятор сюда и прижимаем его к нижней пластине. Все, защелкнулось, и аккумулятор никуда не денется. Мне вот этот крепеж нравится больше всего. Он быстро отстегивается, застегивается, и аккумуляторы не портятся, в отличие от вот этого, где приходится всовывать и высовывать его. Вот. Крепеж аккумулятора также дополнительно защищает электронику от лишней грязи, которая летит от пропеллеров. Так, ну и второй вариант тоже продемонстрируем. Точно так же предусмотрены крючки специальные. На эти крючки одевается крепеж и защелкивается. Опа, защелкнул. И теперь аккумулятор просовывается. Как? Вот так. Вот. Но этот крепеж, наверное, более надежный, потому что здесь вероятность того, что после крэша что-то отстегнется или вылетит, наверное, меньше, чем в первом варианте. Ну, из минусов то, что аккумуляторы постепенно изнашиваются. Оболочка вот эта вот от частых выниманий и вставляний, она просто стирается. Так, подключу, покажу. Жужжит. Все работает, все урчит.
Thank you.